згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу. Так, 18-тысячная арена стадиона «Відзева», это в Лодзе, городской стадион, встречала украинскую девочку Эмилию, которая пела вот так гимн Украины. Будут ли встречать россиян, так в каждом европейском городе, зависит именно от вас. Именно от ваших действий, либо же, так в нынешнем случае, без действий. 13.08 по Киеву, и я напомню, что каждый час мы начинаем со сводки, с фронта, с фронтов, к сожалению. Общие потери Российской Федерации с 24 февраля по сегодняшний день, 22 марта, ориентировочно составляют. Личный состав около 15 300 людей, по неофициальным данным почти 18 тысяч уже, танков 509 единиц, боевых бронированных машин 1556, артиллерийских систем 252, РЗСО 80 единиц, средств противовоздушной обороны 45, самолетов 99, вертолетов 123, автомобильной техники 1000 единиц, кораблей либо же катеров 3 единицы, цистерн с горюче-смазочными материалами 70, беспилотно-летальных аппаратов оперативно-тактического уровня 35, специальной техники 15. И в начале каждого часа мы напоминаем вам список граждан Российской Федерации, которые вторглись в Украину. «Ищи своих» называется этот список. Также есть одноименный телеграм-канал «Ищи своих», можете там найти, если вы являетесь гражданом Российской Федерации, либо же гражданкой РФ, если в вашей семье, либо среди ваших знакомых есть военнослужащие. В этом списке, в этом телеграм-канале можете найти своих родственников, либо же близких, либо же родных. Этот список составляется украинскими волонтерами, украинскими военнослужащими и моими коллегами-журналистами. Это люди, которые либо попали в плен, либо, как видите, сейчас, например, как Андрей Юрков, лейтенант из города Брянск, погибли на территории Украины, выполняя незаконный приказ, бандитский приказ Владимира Путина. И если говорить об оперативной ситуации, я добавлю, что во временно оккупированном Токмаке, это Запорожская область, оккупанты похитили депутата городского совета Елену Плаксину. Теперь ее допытывают, направили ее на допрос к сотрудникам Федеральной службы безопасности, засели они, сейчас эта информация важная, в Доме культуры в городе Токмак, по адресу Центральная, улица 10. Еще раз, для неизвестных украинских патриотов, Токмак, адрес Центральная, улица 10. Там сейчас содержат украинского политика Елена Плаксина. Там сидит, ее, напомню еще раз, похитили оккупанты в Запорожской области. Мы продолжаем вас информировать о происходящем в Украине. Также есть информация о том, что советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграм-канале написал, я цитирую далее, «Лукашенко давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать в Украину не позднее 21 марта». Сегодня у нас 22 число. Я как бы напомню на минутку. «Путин в бешенстве», говорит Геращенко. По словам советника главы МВД, теперь в окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти путем переворота. Сейчас с нами на связи Алексей Диковицкий, заместитель директора телеканала «Белсат». Алексей, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день, слава Украине. Слава, живи Беларусь. Если говорить о таком варианте, когда Лукашенко пытаются смещать, либо Лукашенко, как говорят в народе, дает заднюю и не хочет, либо не может идти атака против Украины. Хочется услышать ваш анализ. И кто же может встать на место Лукашенко тогда? Дело в том, что нужно
Что по данным исследований, которые у нас есть, 97% городского населения Беларуси, потому что в городах было исследование, против вообще какого-либо вмешательства Беларуси в конфликт с Украиной. И это неудивительно, потому что украинцы – это братский народ для белорусов, и это было бы совершенно абсурдным каким-то, абсурдной ситуацией, чтобы белорусские вообще солдаты шли в сторону Украины, естественно. То, что, к сожалению, и это пятно на нашей стране, на истории нашей страны, то, что Беларусь, не Беларусь, только диктатор Лукашенко предоставил территорию российским агрессорам для дислокации своих войск, которые занимаются агрессией по отношению к Украине, это, естественно, плата, это долг, который Лукашенко платит за то, что Кремль поддержал его в 2020 году, когда он позорно проиграл выборы. И, естественно, в общем-то, если бы Кремль его не поддержал, то он уже не был бы во главе этой белорусской хунты. Вот. И поэтому Лукашенко это платит. И, естественно, предоставление территории – это одно, хотя это тоже, говорю, это же позорная совершенно ситуация. Белорусы бы никогда на это не согласились, если бы это от них зависело. Но другое дело – использование армии белорусской против Украины. Опять же, повторюсь, я этого себе не представляю, потому что я сам родился километров 30-35, наверное, от границы с Украиной в Западной Беларуси. Я не представляю себе, чтобы мне дали автомат и сказали идти стрелять в украинцев. Знаете, там Сарны, Ривно, Луцк, Заречное. Это все наши очень близкие города, близкие там люди живут. Это наши братья. И это практически невозможно. Именно, думаю, поэтому Лукашенко до сих пор, или там, не знаю, контролирует ли он армию до конца, но до сих пор нет приказа, чтобы белорусские войска атаковали Украину. Я думаю, что этого приказа нет именно потому, что сомневается и Лукашенко, и, видимо, Путина в этом тоже убеждает, что нет уверенности в лояльности белорусских солдат. А что, если они начнут массово сдаваться украинцам или, например, вообще повернут, так сказать, дуло своих автоматов против этого режима. И что касается, так сказать, возможности дворцового переворота в Беларуси, ну то Лукашенко сейчас находится между двух огней. С одной стороны, такая возможность может инспирироваться Россией, вдохновляться, потому что если он будет еще там выпендриваться и, так сказать, оттягивать вступление белорусских войск в Украину, то его могут спокойно Кремль, Путин заменить, потому что никто сейчас не станет на его защиту, потому что он это тиран и руководитель хунты, который огромное количество белорусов мучил, истязал, выплюнул из страны, посадил в тюрьмы. Его сейчас никто защищать не будет, поэтому сейчас у России как никогда легко поставить своего наместника. С другой стороны, те, кто вокруг Лукашенко, они тоже уже понимают, что он в слабой ситуации, поэтому могут вполне пойти на какой-то вариант такого дворцового переворота, ну, чтобы, опять же, сказать, что это не мы, это вот он это сделал, а мы, в общем-то, чистые такие белые пушистые, и мы совершенно не предоставляли России территорию для вторжения в Украину. Это очередные многоходовочки теперь еще от Александра Григоровича, его называют, на территории Беларуси не только. Есть информация о том, что Москва с начала вторжения в Украину давила на Минск, чтобы к боевым действиям привлечь еще белорусскую армию. Это обусловлено нехваткой РФ ресурсов, как человеческих, так и технических. Однако в Беларуси, как отметил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, армия есть только на бумаге. Давайте сейчас послушаем. Беларусь – это страна, которая на протяжении всей своей независимости, как таковой, ни с кем не воевала. У белорусской армии абсолютно нет военного опыта. Это фактически генералы, офицеры бумажного формата. На бумаге они там генералы, на бумаге, да, они там какие-то командующие, на бумаге это армия, но без какого-либо серьезного реального боевого опыта. Причем в Беларуси, хочу отметить, достаточно старая, в принципе, школа, еще советская школа применения своих вооруженных сил. Она даже более, скажем так, консервативная,
чем, например, в Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что эти вооруженные силы ровня, например, вооруженным силам Российской Федерации, ну, я на себя бы такой смелости не взял. С другой стороны, мы видели, что из себя представляют сами по себе вооруженные силы Российской Федерации, особенно после 24 февраля. И поэтому говорить о том, что это будет какая-то серьезная поддержка, какое-то серьезное подспорье для данной интервенции, ну, я бы тоже не сказал бы. Единственное, что Российская Федерация может использовать в настоящее время белорусские вооруженные силы, назовем это так, как в формате живого мяса. Ну, я добавлю... Да, Алексей. Да. С тем, что говорит эксперт, да, это правда. Белорусская армия никогда не была, не участвовала, не принимала участие в войнах, но еще нужно тут тоже понимать, что Лукашенко все свои вот там 27 лет или сколько он там сейчас у власти, он инвестировал прежде всего в карательные органы, понимаете, там в ОМОН, в какую-то свою охрану, это, он в это инвестировал, потому что это ему нужно было для удержания власти. Ну, как, так сказать, ущербный ребенок, он вот, сейчас вы кадры показываете, он в каких-то маршальских погонах, посмотрите, обратите внимание, он в погонах, он себе придумал военную форму, находит и какие-то погоны, вообще, которых нет в белорусской армии даже по уставу. Да, вот он любил играться, да, вот играться, какие-то учения, маневры, вот он любил играться, маневры с россиянами, вот классно, поиграемся, давайте вертолетик, я буду командовать, я постреляю и так далее. И так далее. Но, как мы видим, и правильно вот говорил коллега-эксперт перед вот в материале, что на самом деле, если даже российская армия, которая эти все годы, в общем-то, воевала или внутри России, или вне России, ну, то белорусская армия, она, в общем-то, она прежде всего армия такая показушная. Средств особых в Беларуси на нее не выделялось. И с этой точки зрения, конечно, я не думаю, что особый был бы какой-то урон Украине, особая какая-то опасность от вхождения белорусской армии. Но, надо сказать, здесь поставить большую запятую. Понимаете, белорусских этих добровольцев, там, контрактников или, знаю, кого могут использовать просто россияне как пушечное мясо, чтобы пристрелять позиции, ну, чтобы проверить, насколько мощна оборона Украины. И вот в этом трагедия, это одно, а трагедия еще самая большая в том, что, так сказать, шеф хунты, предводитель хунты белорусской может запятнать наш народ, запятнать нашу страну на века, я не говорю там на год-два, а на века вообще участием в этом позорном вторжении россиян, варварском вторжении в Беларусь. Это самое страшное, по-моему. Знаете, поэтому мы буквально ежедневно в наших эфирах призываем бросать оружие. Он вырастил его
во время, когда мы этого не замечали, эти тысячи, десятки тысяч таких янычаров, которых он вырастил. И в сухом остатке на сегодняшний день у нас 1100 политзаключенных, политзаключенных в центре Европы. Более 50 человек прошло через пытки, их избивали через тюрьмы. Около от 200 до 300 тысяч человек выехала из Беларуси, их Беларусь просто выплюнула, избавилась от них, потому что они протестовали против фальсификации. Теперь в Беларуси за лайк, вот лайк, знаете, лайк такой с какашкой, ставишь какашку на Фейсбуке, лайк такой, ты там где, можно от 3 до 5 лет получить тюрьмы, люди уже получили. Один из главных лидеров Александра Лукашенко на прошлых выборах, Виктор Бабарико, которого даже не допустили, это банкир такой, его даже не допустили к участию в выборах, он получил 14 лет тюрьмы. Понимаете, в Украине никогда не было таких репрессий против гражданского общества. Кто бы ни был президентом, Янукович, не знаю, кто еще. Вот. И поэтому сейчас в Беларуси, естественно, открытые протесты – это редкость. Но несколько недель назад белорусы протестовали в нескольких городах против войны в Украине. Скандировали «Слава Украине! Нет войне!» 800 человек задержано, около 400 из них не выпустили. То есть они пополнят ряды этих политзаключенных. Понимаете, это в стране террор. Беларусь под двойной оккупацией. Во-первых, под оккупацией хунты Лукашенко, во-вторых, под оккупацией российских войск. И, естественно, особо протестовать страшно, просто очень страшно. Если ты будешь протестовать, идут 5 лет тюрьмы, просто тюрьмы, не там штраф или там тебя, скажем, подержат где-то там в изоляторе пару дней, нет, ты пойдешь в тюрьму. Поэтому протестов особо открытых мало, но тем не менее есть киберпартизаны, которые остановили движение на белорусской железной дороге, есть люди, которые абсолютно делают все, чтобы это движение парализовать. Масса есть таких скрытых, таких полупартизанских акций протеста, про которые не говорят, к сожалению, там сильно, потому что ясно, сейчас все внимание в Украине. Я рад, что я очень благодарю вас, что вы пригласили меня, и что я могу вам это сказать. Вот и посольство, и уже демонстративно уехал посол, я могу утверждать, что могут. Вот, но могут именно те войска, которые находятся под полным контролем спецслужб Беларуси. Это что такое? Это силы специального значения. Это спецназы КГБ Беларуси. Это другие войска, например, при МВД Беларуси, которые могут действовать локально.
Ну и для того, чтобы закрыть тему пока что Белоруссии, возможно, вступление белорусских войск в войну против Украины, на данный момент имеют закрытие темы. Вот процитирую Янка Купала, я думаю, наши зрители с Беларуси знают, тут такой стих, кто ты гэткий свой тутейший, чего хочешь доли лепшей, якой доли хлеба соли, чего боли земли воли. Так вот, я думаю, земли воли и хлеба соли возможно только добиться, исключительно повалив режим господина Лукашенко, не быть скотом. Это самое главное сейчас для белорусов, в том числе и для жителей Российской Федерации. Добавим оперативных новостей. В нашем эфире администрация морских портов Украины на своей странице в Фейсбуке сообщила, что сегодня ночью по морскому порту Николаев был нанесен удар. В результате этого портовая инфраструктура получила значительные повреждения. По предварительной информации пока что пострадавших нет, но мы постепенно будем обновлять эту информацию. Надеемся, что пострадавших не добавится после того, как ГСЧС начнет работу на этом участке. И я напомню, что весь мир, особенно Европа, пристально следит за событиями в Украине. В соседней Словакии, например, в прессе ежедневно обговаривают ситуацию в Украине, освещают военные действия против Украины и осуждают войну, что очень важно, которую развязала Российская Федерация, которую развязал лично агрессор Владимир Путин. А реакция словаков в материале нашей корреспондентки Натальи Гусак. Давайте посмотрим. Первых беженцев из Украины. Бомбленного Чернигова, красивейшего города, неимоверно красивого города. Это кадры, сегодняшние кадры напоминают Чернигова, обычного украинского города, где торчат ракеты «Смерч» из асфальта. Почему бы и нет, как говорится, 22-й год, 22 марта. Вот так вот Российская Федерация проводит денацификацию украинского народа, да, уничтожая мирные города. Вот так местные жители спасаются от обстрелов российской армии, бомбоубежищах, да где угодно в подвалах. Давайте сейчас услышим главу областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса. Доброго ранку, Чернігівщина. Ситуация без значительных изменений. Это я сейчас об инфраструктурной картинке по области и по расстановке сил противника. Однако наши вооруженные силы продолжают уничтожать технику и живую силу российской армии. Победа за нами. Победа очень скоро. И важные месседжи вы очень много пишете. На сегодняшний день, к сожалению, сам город Чернигов находится без электроэнергии, соответственно, без водоснабжения. Службы работают. Не пишите, пожалуйста, что в том или ином доме нет света. Мы все понимаем, что его нет. Его нет по всему городу. Службы работают и выполняют все, что нужно в данных условиях. Очень много порывов, очень много проблемных вопросов. Работают службы почти круглосуточно. Пожалуйста, имейте терпение. Мы находимся в состоянии войны.
Уважаемые черниговцы, уважаемые жители всей области, к вам всем обращаюсь. У нас война, и просто не будет. Мы в любом случае должны это выдержать. Говорю каждый день и буду подчеркивать постоянно. Только так нас ждет удача и нас ждет победа. Я верю в Бога и в вооруженные силы Украины. Спасибо вам, спасибо всем за этот новый день. 10 медучреждений, 139 школ, 148 детских садов, 5 музеев, 18 железнодорожных объектов. Это лишь малая часть разрушенной инфраструктуры в Донецкой области. По данным областной военно-гражданской администрации, которую мы собрали, часто мишенью для удара оккупанты выбирают офисные здания, где ведут бизнес обычные мирные граждане, жители Донецкой области, региона. В одном из таких уничтоженных боевиками бизнес-центров побывала моя коллега Алена Грамова. Спасибо ей за оперативную работу из регионов. Давайте посмотрим материал. Прямо сейчас за моей спиной вы видите результаты от прямого попадания ракеты. Это здание не было военным объектом. В этом небольшом двухэтажном здании были частные учебные кабинеты. Здесь детям преподавали физику, математику и английский язык. А в соседнем крыле был частный детский сад. Ирина – одна из десятка предпринимателей, которые брали в аренду площадь в этом офисном здании. Краматорчанка уже 5 лет преподает английский и китайский языки. Под этими руинами был ее учебный кабинет. Все под руинами, туда нельзя, потому что нас предупредили, что может быть опасность обрушения вот оставшейся конструкции, и туда просто невозможно добраться. У нас была библиотека очень обширная, с такими довольно редкими изданиями по китайскому языку. В этом помещении детям преподавали физику и математику, работал фитнес-зал, проводили занятия йогой. В здании хранился архив документов одного из высших учебных заведений города. В момент попадания ракеты здесь находилась сотрудница офисного помещения. Женщина погибла на месте. Я подошла, здесь была группа людей из, из исполкома, сотрудники. Я сказала, что я переживаю, потому что есть предположение, что в здании находится человек. Описала, они сказали, что пройдемте на опознание. По предварительным оценкам, здание не подлежит восстановлению, как и еще один жилой многоэтажный дом, сгоревший в этот день. По данным Донецкой областной государственной администрации, по состоянию на 20 марта есть цифры разрушенной областной инфраструктуры. 10 медицинских учреждений, в том числе и амбулатории, которые в последние годы стали активно строить в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения. Более 300 учебных заведений – это и школы, и детские сады. 1100 жилых домов – это многоэтажки и частные сектора. Оценить полные масштабы разрушений в Мариуполе на данный момент невозможно. Со слов чиновников, более 90% всей инфраструктуры Мариуполя разрушена боевиками. Алена Грамова из Краматорска специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. 27-й день. Украина воюет с российскими оккупантами. Силы врага за это время, я напоминаю, заметно истощились. По официальным данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, более 15 тысяч военнослужащих Российской Федерации уже погибли на территории Украины. По неофициальным данным, таких уже более 18 тысяч. Есть также данные о том, что Владимир Путин готов забрасывать живой силой Украину. И ему абсолютно все равно на то, 20 тысяч, 30 тысяч, 50, либо же 100 тысяч военнослужащих Российской Федерации погибнет в этой войне против Украины. Единственное, что, как говорят журналисты Российской Федерации, не все равно Путину и Шойгу, и другим вот этим вот опричникам на количество техники, которая потеряна на территории Украины. Давайте так. 27 дней против Украины ведет войну Российская Федерация, заканчивается, по данным Генштаба, у оккупантов, захватчиков, давайте так, еда, вода, боеприпасы, так точно, гуманитарная составляющая максимально ужасная. Осталось боеприпасов, воды, запасов вообще не более чем на несколько дней. Многие жители Российской Федерации отказываются выполнять приказы, преступные приказы своих командиров, военачальников. Давайте посмотрим сюжет о том, каким вообще есть 27-й день войны России против Украины.
Война без правил. Российские военные позабыли обо всех военных стандартах и используют против Украины запрещенное оружие. Накануне по одному из торгово-развлекательных центров Киева применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». А на Краматорск оккупанты сбросили фосфорные бомбы. Соответствующую информацию обнародовал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий. Ранее, напомню, Россия использовала фосфорные бомбы в Попасной. Под непрекращающимися обстрелами остаются Северодонецк, Лисичанск, Рубежная, Попасная, Кременная. Города здорово пострадали от российской авиации, но наши военнослужащие продолжают сдерживать врага. В Херсоне оккупанты на площади Свободы забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли по ним огонь. Несколько человек получили ранения. Также российские военные не упускают возможности поживиться чужим добром. Они разворовали очередной супермаркет с продуктами. Продолжают бить оккупанты и по Николаеву ракетными ударами, разрушили гостиницу. Сейчас спасатели разгребают завалы. По военной истории мы двигаемся. Сейчас занимаемся комплектацией и помощью армии тыла. Настраиваем логистику по живым предприятиям, составляем списки, оформляем пропускной режим касаемо перемещений, готовимся к посевной, выставляем охрану на предприятие, то есть возвращаемся к, скажем так, мирной жизни там, где это возможно. Ровенскую область снова обстреляли. Вражеская армия выпустила по ней 4 ракеты. Долетела только одна. Ворог продолжает бесноваться. Враг продолжает бесноваться. Сегодня во время 7-й воздушной тревоги в районе зафиксировали 4 ракетных удара с воздуха. С 3 ракетами наши вооруженные силы справились. 4-я, возможный ущерб и потери уточняются. Не стихают бои вокруг Борисполя в Киевской области. Городской глава призывает жителей покинуть временно город. Ведь чем меньше людей будет в городе, тем легче будет отражать атаки со стороны русской армии. Как показывает практика тех городов, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения остается в городе, тем легче работать вооруженным силам. Острой необходимости оставаться в городе сейчас нет. Бои идут вокруг города. Я обращаюсь к гражданскому населению. Будьте разумными. Обратитесь в колл-центр и по возможности покиньте город. В Гостомеле русские солдаты сожгли конюшню. Из лошадей, которые там жили, возможно, несколько уцелели, прибившись к одному из соседних табунов. Но большинство сгорело заживо. А вот из села Мощун в Киевской области украинские военнослужащие выбили россиян. Тут ранее уже успели побывать кадыровцы и российские десантники. И сейчас с нами уже на связи Аудрюс Аурисявичус, литовский журналист. Аудрюс, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Нету пока Аудрюса с нами на связи, но тем не менее, я добавлю, что страны Балтии также есть уже Аудрюс. Да. Здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем эфире. Как слышите? Слышу нормально и вижу хорошо. Извините, что какие-то неполадки тут. Рад вас видеть. А есть информация о том, что страны Балтии запретят кораблям Российской Федерации заходить в свои порты. Постепенно весь мир начинает смотреть на Владимира Путина и Российскую Федерацию как на агрессора. Есть это по факту уже, давайте так, не 8 лет, но с 90-х годов как минимум. Когда началась история с Приднестровьем, с Абхазией, с Южной Осетией так называемыми и так далее. Но есть информация о том, что как бы страны Балтии не поддерживали Украину, что латвийское телевидение, не литовское, но тем не менее, совместно с компанией СКДС опубликовало результат опроса, согласно которым только 33% населения Восточной Латвии, Латгалия называется регион, поддерживает Украину в контексте военных действий. В целом по стране этот показатель в 2 раза выше, 66%. Довольно такое неоднозначное отношение к происходящему территории Украины и так далее. Хочется вашу оценку также услышать по общему отношению в регионе к происходящему. И знаете, как говорят, кто-то будет встречать с ромашками, а кто-то с автоматом. Вот хочется услышать вашу оценку. Но знаете, я не могу говорить про Латвию, но насколько я знаю, Латвию, это Латгалия, это русскоязычные люди. В основном живут, и они под, конечно, в ракурсе этой, как это сказать, российской пропаганды. Что касается Литвы, то
Вы не представляете, как сейчас выглядит Вильнюс, то Вильнюс сейчас это как Украина. Много украинских флагов. Мы России. И я напомню, что война с Украиной обходится России более чем 20 миллиардов долларов. И, по сути, это данные Центра экономического развития. На самом деле, это очень внушительная сумма, даже по меркам Российской Федерации, даже по меркам уже арестованных денег, которые есть. На как эта сумма, как вообще эти суммы влияют на жизнь рядовых граждан РФ, и на что мы могли пойти эти деньги, разбирались мои коллеги, расскажет далее Данила Кобза. Это Ил-76, тяжелый военно-транспортный самолет, гордость авиации РФ и самая дорогая техника оккупанта, уничтоженная ВСУ. Стоимость одной единицы 86 миллионов долларов. Украина сбила два. А это российские пенсионеры. Их 42 миллиона. Если бы им просто раздали деньги, потраченные только на эти два самолета, на каждого пришлось бы примерно по 500 рублей. И приноси война условному пенсионеру хоть какую-то выгоду, вклад в авиацию можно было бы понять. Но эксперты в один голос говорят, экономически эта война бессмысленна. Я не могу сегодня назвать из одного приклада. Я не могу сегодня назвать ни одного примера, ни с 20-го, ни с 21 века, когда любая война давала стремительный рост экономики. Давала стремкий рост экономики. Я бы даже не подходил с точки зрения экономической оценки целесообразности войны, потому что любое гуманитарное общество... Любое общество, имеющее целью развитие и благополучие собственного населения, не может ставить на весы жизни этих людей, ради которого это делается. Возьмем пример проще. Российский танк в среднем стоит 4 миллиона долларов, а самое дорогое лекарство в мире – Золгенсма – 2 миллиона. Один укол, и ребенок со спинальной атрофией сможет ходить. Один танк – это два вылеченных от СМА ребенка, или около 350 случаев лечения рака, или 155 тысяч пачек инсулина, 840 тонн говядины, более 9 миллионов тонн сахара, почти 7,5 миллионов буханок хлеба. Но все это по довоенным ценам. С тех пор из-за санкций они выросли, и в ближайшее время рост цен на почти все продовольственные товары усилится в разы. Это все группы товаров, которые завязаны на импорт. Это товары долгосрочного использования. Это почти все группы товаров, связанные с импортом. Это бытовая электроника, 75% которой идет по импорту. Это косметика. Это парфюмерия. Это то, что напрямую связано с ингредиентами и комплектующими, идущими по импорту. И это группа лекарств. Ускоренное падение уровня жизни, по оценке экспертов, в скором времени приведет к снижению доверия к властям РФ.
Ситуация у них в середине наближается до военного стану. Ситуация у них приближается к военному положению, подобному нашему, но без войны. И это будет очень сильно подрывать легитимность российских властей. В первую очередь из-за того, что люди будут видеть огромный разрыв между тем, что им говорят в телевизоре, и что они видят в реальной жизни. Сколько стоят все потери в боевой технике со стороны РФ сейчас, неизвестно. Однако, опираясь на статистику Forbes от 12 марта, можно подсчитать, что это около 8 миллиардов долларов. Без учета стоимости всех выпущенных по Украине ракет. Данила Кобза из Киева, специально для телемарафона Freedom телеканала UA. Целый ряд европейских стран готовы предметно помогать Украине и уже это делают. Об этом заявил политолог Владимир Фисенко в нашем эфире. Нельзя согласиться с тем, что страны НАТО ничего для нас вообще не сделали. Но это гораздо меньше того, на что мы рассчитываем. Давайте сейчас услышим Владимира Вячеславовича. Когда люди на Западе увидели, что это не просто какая-то абстрактная агрессия, а реальная война с разрушением городов, с убитыми людьми, помощь стала принимать конкретные формы. И начались очень серьезные санкции против России, разрушающие ее экономику. И началась, даже со стороны тех стран, которые нам никогда не помогали оружием, начались поставки оружия. Поэтому формы поддержки Украины самые разные, и они ведут к разным результатам. От попыток найти мирное урегулирование до усилий в поддержку Украины, чтобы она выстояла перед российской агрессией и сохранила свой суверенитет и территориальную целостность. И сейчас с нами на связи Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Empire». Ольга, здравствуйте, я рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Я хочу еще раз напомнить нашим зрителям вот информацию из Ростова-на-Дону. Там, в этом городе, школьников заставляют снабжать солдат второй армии мира, вот этой великой армии путинской, заставляют снабжать сгущенкой, дошираком, носками. Сейчас видите снимок вот этого списка у себя на экранах. Ольга, хочется, чтобы вы прокомментировали. Вот, это же империя, это же вторая армия мира, это же сверхдержава, как ее называют, на территории Российской Федерации, пропутинские политологи, журналисты и так далее. А как так получилось, что сверхдержава не может обеспечить свою армию носками дошираком, прости господи? Ну, это же про другое. Это же, как всегда, все, что сейчас происходит в информационном сопровождении так называемой спецоперации, это, ну, такое воровство креатива украинского. Да, и, собственно, дети писали, все 8 лет писали на фронт бойцам письма, рисовали какие-то рисунки, все это посылали. Ну и вот, ну надо же что-то показать, надо же показать единство. Так что это всего-навсего некое изображение единства армии с народом, типа, для этого исключительно, на мой взгляд. Давайте перейдем от подобных вот, не знаю, таких вещей, которые, в принципе, серьезно воспринимать нельзя, как мне кажется, до более серьезных. Уже не первый день в сети гуляет информация о том, что бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и Гордон Браун совместно с группой выдающихся ученых-юристов выступили с инициативой начать работу по организации международного, ну, условного Нюрнбергского трибунала, главной фигурой которого должен стать непосредственно Владимир Путин. Ну, я так понимаю, также участники путинской России, путинского вообще всего этой империи, давайте так. Обычно лидеры, диктаторы подобного плана, как Владимир Путин, они ведь не отправляются на трибунал, на скамью подсудимых. Они умирают, либо на своем посту оставаясь, ну, либо же в ходе, как, например, Муаммар Каддафи, либо же Николая Чаушеску. Хочется услышать вашу оценку. Да, возможно, мы забегаем сейчас наперед, возможно, даже на года вперед. Но, тем не менее, условный Нюрнбергский трибунал там... Санкт-Петербургский трибунал. Какова его возможность? Ну, почему сразу Санкт-Петербургский? Мне кажется, гораздо естественнее в данном случае был бы трибунал. Ну, хотя, правда, действительно, Нюрнбергский, может быть, действительно Санкт-Петербургский. В конце концов, Конституционный суд именно в Санкт-Петербурге. Но если мы говорим про аналогии с Нюрнбергским трибуналом, то там же все-таки судили основных действующих лиц нацистской Германии, тех, кто отдавал приказы
и тех, кто, на ком лежала ответственность за вот эти многочисленные, многотысячные, если не многомиллионные, смерти людей. Поэтому, конечно, тех людей, которые отдавали эти преступные приказы, нужно судить. Надо сказать, что даже в Российской Федерации есть соответствующая статья Уголовного кодекса, и по большому счету, если бы, вернее, когда действительно власть изменится, вполне можно применить и эту российскую статью Уголовного кодекса к тем, кто отдают эти преступные приказы. Это статья называется «Разжигание и ведение агрессивной войны». Так что она, в общем-то, впрямую применима к действующим лицам, куда уж как-то кривее. А сможет ли Путин сесть на эту скамью подсудимых? Ну, это зависит от того, по большому счету, во время дворцового переворота его как, так сказать, просто треснут по голове табакеркой, как это было с императором Павлом, или все-таки запихнут в мешок и притащат на скамью подсудимых. Но вот вопрос, пока я на этот вопрос вам ответить точно не могу. Но есть информация о том, что, знаете, Владимир Путин, он провел в режиме видеоконференции совещание с Патрушевым, Шойгу, Герасимовым и Бортниковым. И вот на Бортникова почти не обращал внимания Владимир Путин. Я напомню для наших зрителей, кто не знает, либо забывает, это глава ФСБ, Федеральной службы безопасности. И якобы, вот вы говорите, да, в дворцовом именно перевороте, что Бортникова опасаются сейчас. И Путин опасается Бортникова, и вообще опасаются с кем-либо там чуть ли не один на один оставаться. Ну, вот эти вот самые большие столы в мире, которые мы видели на переговорах, это одно. Да, но тем не менее, то есть Путин чувствует опасность того, что ближайшее, ну, что вскоре он может повторить фразу «и ты, Брут», давайте так. Вот такая вероятность, с одной стороны, когда европейские лидеры, вообще страны зажимают элиту, об этом начинаешь думать, что ну когда же воткнут кинжал в спину Владимиру Путину, условный либо же реальный. Ну а с другой стороны, когда слышишь заявление Шойгу, когда слышишь и читаешь заявление там службы внешней разведки и других представителей силового блока Российской Федерации, веры на то, что вот этот кинжал чьей-то руки, он все-таки окажется в спине Путина, вера постепенно угасает. Ну, вы знаете, чем громче заявления звучат, мне кажется, вот как раз нужно смотреть среди тех, кто громче всех говорит. Мне кажется, кто громче всех говорит, тот на самом деле с табакеркой-то, так сказать, в кармане и придет. Поэтому, я думаю, совершенно не случайно Владимир Путин всех опасается. И вчера вот появилась информация, что за февраль месяц он 1000 человек своей обслуги сменил, опасаясь отравления. Поэтому я думаю, что все это совершенно не случайно. Хотя, с другой стороны, чем активнее он тасует карты, чем больше приходит новых людей, тем выше вероятность какого-то эксцесса. Поэтому как-то, мне кажется, уж совсем он забыл азы того, чему его должны были научить, когда он работал в разведке. Или плохо учился, знаете, был плохой разведчик, а сейчас просто тиран, деспот, а вовсе даже не президент страны. И вот как-то так все и получается. Ну, кроме силового блока, у путинской России есть также и блок пропагандистов. Вот этот информационный спецназ, российская пропаганда, который на протяжении многих лет зомбировал умы россиян, превратил общество в большую секту. Об этом в нашем эфире сказал Дмитрий Громаков, эксперт Международного центра противодействия российской пропаганде. Давайте сейчас послушаем. Россияне зашли в, скажем так, в состояние секты определенной. Из этого состояния переубедить в чем-то людей тяжело. И очень многие звонки пленных российских солдат своим родителям, близким, показывают, говорят о том, что сами родители не хотят принимать этой правды. И, или боятся того, что с ними что-то случится, или их там расстреляют за градотрядами. То есть они искренне верят в их существование. Не единожды уже в социальных сетях в Украине
в Инстаграме, там, ТикТоке, Фейсбуке, да, и мои коллеги в своих эфирах говорят о том, что россияне страдают. Но страдают зачастую не из-за того, что там в Чернигове расстреляли людей в очереди за хлебом, либо что в Мариуполе разбомбили больницу и роддом, а из-за того, что им закрывают Инстаграм, условно, или из-за того, что закрывают Фейсбук, либо там еще какие-то социальные сети. А, давайте так, очень часто помните с момента, с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, до сегодняшнего момента вот эта фраза «когда же холодильник победит телевизор», она постоянно обговаривалась. И мы с вами в том числе абсолютно различных эфирах об этом начали говорить. Когда же все-таки вот количество ноющих по Инстаграму и ноющих о том, что ах, эти западные страны нам тут сахар не дают нормально покупать, перерастет все-таки ах, этот Путин сволочь такая, из-за него украинские города разбомблены, и из-за него я плохо живу. Вот этот процесс перехода к маленькому человеку, когда он может произойти, по вашему мнению? Ну, вот правильно сказал ваш эксперт о том, что состояние, сегодняшнее состояние российского общества, это такое состояние людей, которые находятся внутри секты. И проблема в том, что с внешней стороны очень трудно пробиться вот через эту скорлупу, через эту броню сознания, которую выстраивает сектант сам вокруг себя. Поэтому мы и говорим про победу холодильника, да? То есть когда человек начнет испытывать какие-то сложности в своей личной жизни, потеряет работу, поймет, что невозможно купить то, что он покупал раньше, не сможет делать каких-то вещей, которые он легко делал раньше. И если с ним разговаривать вот именно об этом, о его потребностях, вот с этой стороны к нему будет пробиться проще, чем сегодня, говоря о тех ужасах, которые творит российская армия на территории Украины. Поэтому когда? Ну, я думаю, что, наверное, месяц, через полтора это постепенно начнет происходить. Но это очень такая сложная работа. Надо сказать, что российские пропагандисты не первые на этом пути. Да? До этого по этому пути прошел, например, Геббельс. И мы помним, что он-то даже испугался Нюрнбергского трибунала и покончил с собой не только сам, а вместе со своей женой, с всеми детьми, надо сказать. Поэтому вот как бы что бывает с пропагандистами, когда они понимают, что их система мира на самом деле потерпела крах. Ольга, вы знаете, я просто пытаюсь себе представить там условно какое-то там, возможно, апреля этого года выходит какой-нибудь Патрушев, да вообще любой представитель российской власти и начинает уничтожать культ личности Путина. Вот мне тяжело, это, знаете, к слову о секте, да, и о том, что изнутри она должна уничтожаться. Вот это тяжело все-таки представить, по моему мнению. Либо же ближайшие соратники Путина сдадут его, как только его бренное тело окажется в лежачем положении, скажем так, бездыханное тело. Да ладно, вспомните Хрущева, да, который вполне себе участвовал в тройках, принимал всякие людоедские решения, а потом прекрасно разоблачал культ личности Сталина. Поэтому в этом смысле ничего не меняется, ничего нового нет под луной. И, конечно, разоблачитель будет кто-то из тех, кто сегодня достаточно близок. Ну, может быть, не на первом, так сказать, не первый ряд, но, по крайней мере, второй. Так что я как раз это вполне себе представляю. Ну, я не знаю, там Патрушев ли, Бортников ли, Нарышкин ли, или условный Герасимов, да? Кто угодно может быть таким разоблачителем. Ну, от разоблачителей до действий непосредственно Владимира Путина и до действия непосредственно заявления, давайте так. Сейчас большая тема в международной политике, кроме войны России против Украины, это Курилы. Начались обоюдные обвинения со стороны Японии. Ну, как обвинения, давайте так. Япония начала говорить, как любят говорить России, об исторической ценности –
Наверное, очень неприятно вот получать свой же камень обратно себе в огород. В Японии раскритиковали решение МИДа России остановить консультации по мирному договору по Курилам. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он назвал позицию Москвы такой, которая является несправедливой и абсолютно неприемлемой. Примечательно, что в этот же день МИД России объявил о выходе из переговоров с Японией касательно совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Складывается впечатление, что вот круг врагов, как это любят говорить российские пропагандисты, он сжимается. Тут еще теперь за Курилы взялись, а там еще и Китай на Сибирь посмотрит. Хочется услышать вашу оценку вот этим вот взаимоотношениям Японии и Российской Федерации по отношению к Курилам. Ну, это же естественно, потому что договор мирный между Россией и даже в свое время Советским Союзом и Японией так и не был заключен после окончания Второй мировой войны, и острова Курильской гряды были все время камнем преткновения, и, собственно, Япония никогда не отказывалась от этих своих территорий, поэтому и договор не мог быть подписан. Так что ничего в этом удивительного нет. Естественно, Япония напомнила, что это наша земля. И я думаю, что и Китай втайне перечитывает Нерчинский договор и смотрит, что по Нерчинскому договору должно принадлежать Китай. Больше скажу, я не удивлюсь, если и Финляндия вспоминает, что Карелия вполне себе, так сказать, может вернуться в родную гавань. Так что... Кстати, того After Empire, да, после империи, вот этого периода, когда путинская... Я понимаю, что мы сейчас забегаем, наверное, наперед, на года, возможно, даже на десятилетия. Но, тем не менее, Россия после... Вот послеимперская, странно об этом говорить, история совершает вот круговое движение. Опять-таки, какое вы ее лично видите? Без Путина... Без ОМОНовцев, от которой убегает толпа россиян, без пропаганды. Какой она будет, по вашему мнению? Ну, на самом деле, сейчас совершенно непонятно, вообще останется ли Россия в том виде, которым мы ее знаем. Если до 24 февраля я была уверена, что после имперской России это будет, ну, примерно такая же Россия, да, но... без вот этих совершенно устаревших имперских каких-то притязаний, которые весь мир оставил в 20 веке, а Путин зачем-то эту мертвую руку имперскую тащит в век 21, где ей совершенно не место. И как раз мы могли рассуждать, как что будет развиваться Россия, потому что многие страны, будь то Великобритания, Швеция или Франция, прошли в своей истории имперский этап, и потом стали нормальным национальным государством. Да? Станет ли Россия таким национальным государством или какой-то другой примет формат? То сейчас вероятность того, что Россия вообще не останется в современных границах, на мой взгляд, резко возросла. И я не уверена, что... Россия после империи будет современной Россией. Вполне возможно, что это будет вообще несколько разных государств. Кто-то будет, ну, там, Дальний Восток, ясное дело, он уже сейчас от России очень сильно далеко. И Сибирь, помните, был такой интересный проект Соединенные Штаты, Сибирь, сейчас про это тоже вспоминают. Я же не говорю про Татарстан, Башкортостан, я не говорю про Кавказ, который, конечно же, снова вспомнит все свое стремление к независимости. Ну да, и в конце концов Санкт-Петербург, который был построен Петром как совершенно европейский город, вряд ли захочет остаться с азиатской Москвой, если Москву так будет тащить в сторону Азии. Так что, я думаю, Россию ждут сложные времена, и вот это 24 февраля сделало этот распад империи очень кровавым. И боюсь, что кровь еще не закончена, и она будет литься. Это сейчас, к сожалению, это кровь украинцев, но и россиян тоже. И я думаю, что
этот процесс, чем дольше современная власть находится у власти, простите за тавтологию, тем кровавее будет дальнейшая история России. Ольга Игоревна, огромное спасибо за то, что стали частью нашего информационного марафона, за ваш анализ. Остаемся, как говорится, на связи. Я напомню, что Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire, а что же будет после империи, сегодня с Ольгой мы пытались разобраться. Есть также информация о том, что, о том, как мировые звезды спорта поддерживают Украину и как украинские. Пока что действующие спортсмены, но на данный момент уже представители то ли территориальной обороны, то ли вооруженные силы Украины защищают свою страну. ESPN, портал, сообщает о том, что Василий Ломаченко, один из самых известнейших боксеров вообще в истории этого вида спорта, решил остаться в Украине со своей семьей и не встретиться с Джорджем Камбасом за звание абсолютного чемпиона мира, как это было запланировано 5 июня. Я напомню, что Василий Ломаченко, который ранее довольно неоднозначно отзывался о происходящем в Украине, вступил в ряды территориальной обороны и защищает с оружием в руках свою страну и свой родной город. Вот так вот, что сделала российская атака на человека, который ранее, ну давайте так, неоднозначно отзывался о происходящем, в том числе и на территории Донбасса, и на территории Крыма. Я напомню, что организация гуманитарных коридоров, выведение войск и согласование компромиссной позиции над этими вопросами сейчас трудятся ежедневно. Украинские дипломаты о результатах и перспективах украино-российских переговоров Валерия Некипелова далее расскажет. Вероника с маленьким сыном выехали из Киева 24 февраля, сразу же после вторжения российских войск в Украину. 12 суток женщина добиралась до Португалии. Тогда не было времени строить планы и определять маршруты. Главной задачей для Вероники было отвезти ребенка в безопасное место, подальше от войны. Сначала мы поехали в Житомир. Там был подорван мост, и нам пришлось объезжать через села. Не везде нас пускали, так как мы были на машине. Где-то под вечер мы прибыли к границе с Румынией. Там была очередь 8 километров. Мы в этой очереди простояли 4 суток. Без воды, без еды, без ничего. Не было ни бензина, ни кипятка, чтобы заварить ребенку чай. Было очень холодно. По прибытию в Португалию перед женщиной встал вопрос, где найти работу и как обеспечить дальнейшее проживание в чужой стране. В Киеве я работала графическим дизайнером и SMM-маркетологом. Без знания языка здесь очень сложно. Сегодня я приехала на эту выставку профессий. Может, найду здесь какую-то работу, познакомлюсь, пообщаюсь с людьми. В поисках работы Вероника приехала на международную туристическую ярмарку в Лиссабоне. Здесь можно встретиться почти с сотней португальских работодателей в сфере туризма и попробовать трудоустроиться. Здесь 77 фирм, которые работают в сфере туризма, могут предоставить работу украинцам, которые переехали в Португалию. Португалия очень солидарна с Украиной, и всем, чем мы сможем помочь, мы готовы помогать. Сейчас мы можем помочь украинцам найти работу, чтобы легче интегрироваться в нашей стране. Около 15 различных профессий в сфере туризма вы можете здесь найти. Вы можете работать, когда захотите. График работы очень гибкий. По данным организаторов Международного туристического форума, ярмарку в поисках работы посетили около 200 украинцев. Для них португальские работодатели предлагают работу в гостиницах и ресторанах. Средняя зарплата по отрасли сейчас около 1000 евро и гибкий график работы. Данила Кобза, Галина Петрищак из Лиссабона, специально для информационного марафона Freedom телеканала UA. Сейчас с нами на связи Антон Кучухидзе, политолог-международник. Антон, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. И спасибо вам, что стали частью нашего информационного марафона Freedom. Ну, мы только что слышали не о переговорах конкретно, а о том, как организовываются украинцы в Португалии, как происходит эта поддержка местным населением, в том числе с вами. Хотелось бы обговорить тему переговоров и отношение к переговорам западных стран. Перед этим хочется услышать информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Италии, во вторник, то есть сегодня, он заявил, что войну с Украиной Россия готовила давно. Давайте послушаем, далее поговорим. Народ Италии, время сделать все, что возможно, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Одна, десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа, направляя их на подготовку к войне. И не только против Украины. Их цель –
– это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, уничтожение ваших ценностей, а не только наших. Демократии, прав человека, равности, свободы – таких же ценностей, как и у нас. Антон, мы видим, как почти ежедневно президент выступает перед парламентом. А могут ли они сейчас сделать больше без вреда для своих стран, но с пользой для Украины? Ну, первое, что нужно понимать, и тяжело тут с президентом не согласиться, что война, которую ведет Российская Федерация против Украины, начиная как минимум с 2014 года, а если смотреть еще шире, там, российскую агрессию против Грузии 2008 года, фактически там через год после мюнхенской речи главы Кремля 2007 года, то очевидно, что это угроза не только для Украины, для Грузии, а это угроза для всей Европы. И на самом деле, если мы вспомним много разных документов, там, общих заявлений на протяжении там, всей истории, которые Украина делала вместе с НАТО, начиная еще с середины 90-х, то там всегда была такая фраза, что безопасность в Украине, в регионе постсоветского пространства, там, безопасность в Восточной Европе является одним из ключевых факторов обеспечения безопасности во всей Европе и во всей Евроатлантике. Поэтому это не то, что, скажем так, мы, украинцы, сегодня все солидарны и, знаете, что-то придумали и пытаемся теперь сказать европейцам. Это в том числе и их политические заявления, которые существовали десятилетиями. Что касается их неспособности или способности, то давайте также реально смотреть на вещи. Если мы говорим про НАТО, то очевидно, что ключевую скрипку в НАТО играет Соединенные Штаты Америки, поэтому многие страны, которые даже, может, что-то и хотят, но они оглядываются на Соединенные Штаты Америки, пытаются сконсолидировать позицию со Штатами, поэтому у них сейчас идет консолидация вокруг Соединенных Штатов Америки. Но в то же самое время есть ряд стран, условно, вот если кроме США и Канады говорить, конкретно европейские страны, да, то, скажем так, как британская геополитика их называет пояс свободы, это начиная от Британии, это Прибалтика, это Польша, это Украина и это Турция. Фактически это та новая геополитическая ось, которая формировалась после знаменитых визитов президента Зеленского в 2020 году, сначала в Британию, потом в Турцию, вы помните, военные контракты были заключены с этими государствами, и тогда уже в публичной плоскости очень активно начались создавать вот эти вот мини-союзы, про которых очень часто говорил Кулеба на протяжении последних 2 лет, и это и Люблинский треугольник, и это квадрига Украина, Турция, это и военно-политический союз Британия, Польша, Украина. То есть вот как бы страны, которые были готовы, которые понимали и которые понимали роль Украины во всем этом. Потому что если мы посмотрим на обновленную британскую геополитику после Брексита, то они как раз таки смотрели на Украину как на субъектную страну, в отличие от многих европейских партнеров, и четко понимали, что будет один из ключевых ударов таких исторических как раз по Украине. Собственно говоря, Британия поэтому и сыграла первую скрипку там с 2020 года по обеспечению летальным оружием и лоббировала в том числе во всех там структурах, которых возможно военное усиление Украины. И хорошо, что Турция в свое время подключилась. И даже обратите внимание, какую важную роль
сыграла Турция. Она закрыла проходы через проливы, и целая армия Российской Федерации осталась в Средиземноморье. То есть, если бы те, скажем, войска были перекинуты ближе к границам Украины, я имею в виду в водном пространстве, то, конечно, было бы сложнее нам обороняться. Поэтому вот как бы конкретные шаги. Другие страны, вот по типу там, как Франция, Германия, Италия, долгое время убеждали руководство Украины в том, что все-таки с Российской Федерацией можно договориться. Как показывает практика, с Российской Федерацией можно договориться, если она в военном смысле получает отпор. То есть вся приверженность, которая была со стороны Украины по урегулированию, например, ситуации на Донбассе, чем закончилась Российская Федерация в одностороннем порядке, фактически поставила крест на Минских соглашениях. После того, как они в одностороннем порядке признали наши оккупированные территории, признали независимыми государствами. Поэтому концепт старой Европы, он не сработал. Вот также в Европе есть там, конечно же, другие страны, да, они считали, что раз они вводят санкции с 2014 года против России и теряют деньги, то это их вклад. Поэтому, ну, есть еще вот как раз об этих странах, в конце которых вы сказали, те, которые косвенно там либо прямо поддерживают политику Владимира Путина, Будапешт, например, как Венгрия. Сейчас хочется услышать ваш анализ о ней. Перед этим информацией Будапешт наложит вето на санкции Евросоюза на импорт российского газа, введение бесполетной зоны над Украиной, даже миротворческую миссию ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петрос Ярту, пишет венгерское издание Hungary Today. По его словам, Венгрия четко рассматривает санкции против поставок энергоносителей как красную линию, поскольку они не готовы ставить под угрозу безопасность энергоснабжения в Венгрии. Давайте послушаем. Мы не поддержим санкции, которые угрожают безопасности энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение по рискам войны, поэтому теперь мы должны действовать еще жестче и еще четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность Венгрии. И добавлю еще, что мир и безопасность Венгрии невозможно гарантировать без мира безопасности Украины. Об этом сказал Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, в ответ на заявление МИДа Венгрии от Питера Сиярта. Давайте послушаем сейчас Николенко. Мы, конечно, не хотим никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно полагать, что Венгрия, как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей. Давайте так, Антон, нужно быть кромешнейшим идиотом, да, чтобы не понимать, что если пойдет Украина, пойдет и там Венгрия, пойдет Польша, пойдут страны Балтии и Молдова. Если Молдова, страны Балтии и Польша это понимают и что-то якобы делают, либо по правде что-то делают, как поляки, к примеру, то к Венгрии вопрос довольно огромный, и он назрел не сегодня и не вчера. Давайте так, тут уже становится, по идее, вопрос ребром. Либо вы за путинскую агрессию и не готовы помогать Украине противодействовать этой агрессии, либо же вы против Путина, либо же вы с цивилизованной Европой. Но, скажем так, эти вопросы, я так понимаю, мы должны ставить, дабы не перейти из просто дискуссии в открытый формат какого-то противостояния. Я думаю, что Венгрия сейчас пытается за счет такой риторики и за счет такого политического позиционирования получить дополнительные гарантии от партнеров по НАТО и Европейскому Союзу. То есть это не столько про Россию, потому что, ну, как бы это нелогично. Все понимают, что ограничен у Российской Федерации доступ к валюте, закрывают постепенно продажу газа, нефти, да, идет полная диверсификация в разных частях мира, как раз-таки нефтяных и газовых потоках, поиск новых источников и так далее. И получается, что они оглашают что-то не трендовое. Поэтому я думаю, что и это показывает, кстати, практика с 2014 года. Венгрия всегда обостряла
подобные политические решения внутри НАТО и ЕС, дабы что-то для себя выторговать. Поэтому я думаю, что они таким образом опять хотят себе что-то выторговать, и ведь поскольку министр иностранных дел Венгрии говорит о безопасности Венгрии, то надо же понимать такую вещь, что вы абсолютно правы в этом смысле. Если что-то, не дай бог, произойдет с Украиной, то следующие они. Соответственно, я уверен, что для Венгрии сегодня очень актуален вопрос, например, увеличения военного контингента на восточном фланге НАТО. Без этого они не смогут обеспечивать свою безопасность полноценно, учитывая, что у Российской Федерации даже в довоенное время была такая любовь проникать в воздушное пространство приграничных с нами государств, которые являлись членами НАТО. Поэтому если они настолько широко хотят обеспечить свою безопасность, то они не смогут ее обеспечить без усиления НАТО в своей стране. Поэтому я думаю, что эта риторика вот получить больше от Запада по максимуму денег, компенсаций, количество военных увеличить на своей территории и так далее, и тогда они готовы идти сообща вместе со своими партнерами. Но ради объективности тоже стоит сказать, если у ключевых европейских государств будет, например, желание того же миротворческого контингента и так далее, то все равно они смогут это сделать с Венгрией или без. Поэтому, вы прекрасно видите, одни страны рассказывают, нет, мы оружие передать не можем, а другие страны, там сейчас не будем в детали вдаваться, потому что есть определенные рекомендации, да, сколько оружия передавали, передают и будут рядом стоять с Украиной. Антон, я говорю вам огромное спасибо за то, что стали частью нашего марафона, за вашу оценку, берегите себя. Антон Кучухидзе, политолог-международник, был с нами на связи. Сейчас информация о том, как встречают украинских политиков в Европе. Весь мир облетели фотографии, как Алексей Резников, министр обороны Украины, обнимается с Беном Уоллесом, министром обороны Великобритании. Может ли также обниматься с Беном Уоллесом, да либо с кем-либо вообще из цивилизованного мира, господин Шойгу? Я сомневаюсь, честно говоря. Министр обороны Украины Алексей Резников также встречался с министром обороны Польши накануне саммита НАТО. Давайте послушаем главные тезисы. У меня были плодотворные беседы с моим польским коллегой. Координировали сотрудничество накануне саммита НАТО. Я благодарен Польше за решительный настрой и последовательную поддержку украинского народа в борьбе с русским захватчиком. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что пятый пакет санкций ЕС против Российской Федерации уже готовился. Он подтвердил подготовку. Пятый пакет будет содержать очень важный перечень людей, причастных к нападению Российской Федерации на Украину, а также экономические меры. Кулеба констатировал, из-за позиции ряда государств в этот пакет не будут включены эмбарго на нефть и газ, но вместо них будут другие экономические вещи, которые сейчас детализируются. Ну и также добавим, что Литва выступила с предложением о приостановке в связи с событиями в Украине членства Российской Федерации и Беларуси в ЮНЕСКО. Соответствующую резолюцию принял Сейм Балтийской Республики. Ну и продолжая тему поддержки, продолжая тему международной реакции на события в Украине, Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, отверг утверждение о якобы наличии биологического и химического оружия США в Европе, в том числе в Украине. Я цитирую далее Джозефа Байдена. Они также предполагают, что у Украины есть биологическое оружие в Украине, сказал президент США, предположив, что это является явным признаком того, что, я бы сказал, Путин сошел с ума, но тем не менее, что власти России сами изучают возможность использования этих видов вооружений. Между тем, администрация Байдена дала понять, что намерена активизировать санкционный нажим на Россию в связи с нынешней ситуацией в Украине. Не про биологические станции, биологические лаборатории, хотя, возможно, и о них в том числе, будем говорить с Олегом Дундой, народным депутатом Украины, фракции «Слуга народа». Олег, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте, приветствую вас. Опять-таки, не про биолаборатории, а о том, хочется начать с вами разговор, о поддержке международного сообщества Украины, постепенно
круг, как я уже сегодня говорил в эфире, круг врагов РФ, как это там называется, сжимается. Европейские страны готовятся к новому витку санкций против Российской Федерации. Готовятся постепенно закрывать РФ, консервировать РФ в рамках ее государства. Давайте так. Но каков плюс для Украины в этом будет? Ведь это не означает, что Путин такой, там гречки не хватает в Хабаровске. Или там сахара не хватает, или у Абрамовича отжали очередную яхту. Ну окей, тогда мы берем и выводим наши войска. Ваша оценка? Ну смотрите, то, что санкции есть, это великолепно. Еще лучше то, что они должны вводиться каждую неделю. То есть это должно быть процесс безостановочный и представлять собой такой вал, который остановить невозможно. Ну как стихийное бедствие. И соответственно мы в России должны понимать о том, что с каждой недели будет все хуже и хуже. Например, как влияют эти санкции? Например, бумага, вроде бы простой такой товар, он за последние 3 недели в России подорожал больше, чем 10 раз. И это не, этот процесс связан с тем, что до последнего времени Россия была очень включена в производственные цепочки по всему миру. Европа и весь западный мир постепенно начинают их отрезать от этих цепочек, и оказывается, что Россия практически самостоятельно ничего производить не может. Условно говоря, есть продукт, а там вот такой маленький чип. Он больше в Россию не поставляется. Соответственно, этот продукт не может производиться в Российской Федерации, пользоваться не может. То есть это откидывает Россию практически. Советский Союз в буквальном смысле, когда не существовало ни мобильных телефонов, ни интернета, ничего. Ну, я же привел пример бумагу. Они даже бумагу хорошего качества самостоятельно произвести не могут. Соответственно, это виток инфляции, это разрушение экономики похуже, чем в Иране. Соответственно, отсутствие ресурсов не только на финансирование своих вооруженных сил, но и социальных программ, и финансирование регионов, которым с каждым днем все менее и менее будет интересно оставаться в этой Российской империи. Тем более, что рядом с ними есть более интересные страны, с которыми можно сотрудничать и иметь торговые отношения, если отмежеваться от Российской империи. Китай — это страны Персидского залива, это Турция. Не просто так вспомнили вы про бумагу, да, вот тут я добавлю информацию. Цена на офисную бумагу в одном из магазинов Питера достигла 700 рублей за пачку. Интересно, что эта цена уже с акции, изначально там стоила на 1500 вообще рублей. Я видел даже в интернете там 2500 рублей. Это за бумагу, это за бумагу. У меня не складывается, знаете, 2 плюс 2 в голове, чтобы вот столько стоила бумага. Про презервативы мы вообще не говорим. Пачка таких примерно стоит 5000 рублей. Ну, ничего, есть в России альтернативы, скажем так, доступные каждому россиянину. Давайте так, вы знаете, в этих эфирах мы очень часто сравниваем цивилизацию и то, что происходит в Российской Федерации. Среди наших зрителей есть очень много жителей РФ. Это мы видим и по комментариям в Фейсбуке и Ютубе, это мы видим по реакциям в том числе. Хочется, чтобы вы, как депутат, демократически избранный, что уже странно для Российской Федерации, давайте так, сейчас вот провели, знаете, такие сравнительные параллели. ЕС, куда стремится Украина, членство для которой... Уже вот-вот оно, да, оно, не скажу, что оно у нас в руках, но вот близко уже. И таможенный, либо, как его называют, таежный союз Российской Федерации. Вся вот эта вот канитель, вся эта история. Хочется, чтобы вы провели параллели и показали разницу главную. Вам слово. Смотрите, достаточно просто. Мы последний год... Справедливо возмущались о том, что мировые лидеры, в том числе в Европе, Берлин и Париж, не поддерживают достаточно Украину, как мы бы хотели. И за последние 2 месяца ситуация изменилась. В первую очередь за счет того, что изменилось общественное мнение по Украине. Практически вся Европа, все общество старается поддерживать и высказывать за поддержку Украины. И, соответственно, властные кабинеты не могут это игнорировать и вынуждены идти в фарватере этой мысли, потому что иначе они не переживутся. Общество там формирует политику власти и политику движения государства. В России это наоборот. Там наплевать на общество, на его мнение. Сегодня тот же Песков сказал о том, что вот есть 25%, которые не поддерживают военные действия в Украине. Мы будем игнорировать, они будут игнорировать это мнение, оно им не интересно. И это глобально.
разница. То есть в Европе, куда мы идем, государство для людей, а в таможенном таежном союзе в первую очередь государство, а люди так придаток небольшой. Вы знаете, появилась оперативная информация, Лефортовский суд Москвы, это к теме демократии, к теме равноправия и так далее. Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Банальнейший вопрос, наверное. Слушайте, когда Владимир Зеленский победит Владимира Путина, он Навального освободит? Я думаю, что сами россияне... Те люди, которые будут там против Путина, и когда мы победим, они сами его освободят. То есть это не будет наша забота. И в конце концов, ни наша история, ни наша забота, ни наш интерес, что будет происходить в их болотах. Главное, чтобы они были подальше, не составляли нам угрозу. А кто там с кем освобождается, делает, пускай занимаются сами. Абсолютно с вами согласен. Но возвращаясь к сегодняшнему дню, продолжаются мирные переговоры. Это информация для наших зрителей. Мирные переговоры с Россией, между Украиной и Россией. Но украинская власть никогда не пойдет на нарушение суверенитета и интересов украинского государства. Об этом в нашем эфире заявил ваш коллега Денис Маслов, также народный депутат Украины, фракции «Слуга народа». Давайте сейчас услышим. Мы услышим это чуть позже, да, подсказывают мне коллеги. Но сейчас мы можем услышать президента Украины Владимира Зеленского. Он...